Друзья, у нас стартовала весенняя распродажа на ImbaShop. Не упустите шанс забрать нашумевший Atomic Heart за 329 рублей, китовый Hogwarts Legacy всего за 379 рублей или ремейк космического хоррора Dead Space за 319 рублей. В нашем магазине вы найдете как свежие релизы, так и классику. Rust за 179 рублей, CSGO Prime Status, Cyberpunk 2077 и многое другое. Делай заказ и получи 500 рублей на Steam или игру стоимостью до 1500 рублей в подарок. Также теперь вы можете включить 100% покупку. Пока одни задаются вопросом, как в наше время получить игру на Steam, другие уже тарятся на ImbaShop. Все ссылки вы найдете под видео. Дерзайте. Так, ну что, погнали? А, я вот единственное не помню, есть ли тут медасик вот этот вот. Да, есть. А, с Колмина? Да. Это обычно. Ну ладно, тогда погнали. Тогда фармим. А там вроде сейчас сначала дуэль будет. Да, 20 секунд и крипов нету. Поэтому, пацаны, закупаемся. Ух ты, нифига себе тут. Дупло какое-то с пики можно сделать. Интересно. Мне, кстати, в комментариях в прошлой игре подсказали, что сатаник вот этот вот, который вправо уходит, херня полная. Поэтому его я больше брать не буду. Принято. Давайте, кто у нас там танком? Ага. Пошли, вы сейчас сыте, пацаны. Да надо в кучу. А можно сларка, ребят, первого? Че за ракеты? А я не знаю, да не а, ракет... они вот так работают. Ай. Я пошел. Ага, не ушел. Нормально, я там сигнетки раскидал, в принципе, нормально. Миран, она неплохо на стороны. Там сейчас ракетка, хорошо. 3 секунды, последнего. Это нормально. Неплохо, пацаны. Она направлена, куда я смотрю. Да ладно. Да! Как ты умудряешься попадать? А вот скилл. Прикольно. Хорош, пацаны, раскидали. Раскидали ребят, правда, блин, вот почему... Ого. Полетело. Почему... Это го. Не работает здесь обновление скиллов. Вот это вот прям обидно и неприятно на самом деле. А, это у всех есть. Где здесь руны? Ага, я так понимаю, у нас кто-то будет с вами танковать ходить, да? Не танковать, а раздуплять их. Генгать. О. Все добро. Надо быть осторожным, тут где-то начинается дизбаф. Вот. И что делать? Побейся каждую секунду. Так, а эти боты продавать можно? Нет, вроде. Нет, нельзя. Ладно, тогда берем молнии и погнали. В принципе. Так, у кого там чирикает так? У меня. Что за жесть? Так, а я смогу, интересно. Вот так вот, да? И вот так два фармить сразу. А чё типа будет, если дебафы получить много? Какие дебафы? Экран моргает очень сильно. Просто. Прикольно, два спота сразу фармить. Урод, ты крипи! А, тихо, пацаны. Крип. Так, стопэм. Да, поначалу тут, конечно, разгон такой слабенький идет, но, в принципе, на перспективу потом нормально можно будет. О, ботлик мне бы взять. А тех никто не будет надеяться, можно возьму? Все. Остановить насилие. Я всего лишь хочу... Ух ты, какой дерзкий, блин, полгода за мной бегать будет, наверное. А Тинкер, сделай 2000 по крипу. Пацаны, я... А чего они тут стали? И еще одну. Все. А, понял. Да. Это когда набиваешь саппорт. Парк что? Не хватает! Жить? Кто может шотнуть? Понял. Там что, от жизни устали? А на этого работает? Все, я умер. Нет, на этих не работает. Жестко. Они, короче, крипы, которые с этих с големов распадаются, становится вообще пофиг на рандоме где. Да, я видел. Чисто. Раскидать. Там куча батлов раскидана у меня. Приятно, что тут сплэш с самого начала. Тихо. Падает регенерация. 9 котлов.
целых. Какой интересный предмет, это ты выбил? Да. Что это такое? Неплохо устроился. Я могу тебе дать. Да не, не, нормально, нормально. Слушайте, а тут нету фигни, которая делается с этих ботиночек маленьких, которые блокируют урон, там все дела вот эти вот? Нету такой темы? Ладно, наверное, здесь пофармлю. Как мы будем попадать ракетами? Так, поднять. Одного? Да какое бессилие! О! Бешеные крипы. Так что там еще можно было собрать с этой зольки? Тут БФ вряд ли нужен, да? О! Не, БФ тут вроде как-то апается. Ну, найс, молния есть, можно идти дальше. Я надеюсь, у меня там спот, который я настакал немножечко и набил. Никто не зафармил еще? Кажется, нет. Смотри, обиделись опять. Вроде живы. Больно. Ой, как больно. Сына, давайте жить вернем. Слушайте, ну эта кастомка прям вообще не могучая. Это приятно. Так, что у нас тут? Три крипа. Почему ты так странно летишь, дура? О, найс. С рапнелькой фармить одно удовольствие. Оп. Я думаю, в принципе, можно сразу сделать максимальные молнии. Так, где-то тут вроде бы должен быть спот больших крипов. Или он по центру? А там есть они? Или кто-то уже зафармил? Куда? Больших вот, я только что зафармил. Понял. А еще большие где-то есть? Только на их стороне. Такой же центр. Так, а здесь почему-то он вообще один. Тут у нас босс. Биг босс. Так, ладно, давайте еще этих пофармим. Так какое бессилие. Остановите насилие со своим бессилием. Вы там брунки, кстати, собираете по возможности? Ой, сколько вас тут, пацаны. Там двое, они охоту собирают или что? А, нет. Давайте охоту строим. Это, наверное, возьму. А квилочки там выбивают. Нормально вы устроились, пацаны? Неплохо, неплохо. А я тут всего лишь бегаю с 30 ботлов. Ого! Ого! Бойцовская арена! Добро пожаловать, пацаны. О, деньги. А как? Тихо, тихо, ай, тихо. А вы-то что сагрились? Молнии, что ли, а вас стрельнули? Офигеть, у меня на пассивку, походу, работает сплэш. Это справедливо вообще? Так это должно работать? Так, давайте бабочку сделаем. Че нафиг? Большие там есть? Или опять забрали? Я их не трогал. Сейчас я потрогаю с вашего разрешения. Давай. О, как раз снайперу не хватает дальности такая атаки. Такая красивая это дело. Ну, бойцовская арена прикольная. Мне нравится. Дуэль. Не подходить. Турацкий рычит. Найс. Блин, ну такая дальность атаки меня прям больше, чем устраивает. Там скоро дуэль, да, вроде будет? Возьму в единичку ульту на всякий случай. Там магов, магов нету. Но, по всей видимости, надо будет МКБ собирать. А пофиг, я себе пику возьму, буду стоять через полкарты херячить, пока вы там светите их. Где бы мне крипов найти?
Думаю, можно уже босса. Думаешь, можно? Да, после тварь попробовать, если выиграем. Так, давайте, я не знаю, Вавадо, куда-то зайти надо. Куда зайти? Дай зайти. А, что, 2 на 2? Слушай, как нас идеально кинуло. Давай, иди. Ты чё, падла? Можно не прочитать? А, Мирана, понял. Они сейчас в меня влетят. Ты чё кидала? Возьми вард. Ага, вот. Я же сказал, в меня влетят. Там просто два арчи, да. Гребаная ты, Мирана. Вы тоже на дуэли? Да. Вообще, ты так неудачно противников раскидала. Да нет, там как бы все нормально было, просто они тупо вдвоем в меня влетели. Это было очевидно прям. Ягонкова вряд ли убили. Не у тебя два арчида было. Это тоже, да, неприятно. Чего они ждут? Да, по времени хотят выиграть. Минуту команд. Или дуэльку хотят. Да нет, они меня потеряли. Они ждали дуэли. Вот жуки ты, смотри какие. Это... Короче, пацаны, без вардов больше не ходим туда. Я хз, может, а диск еще взять? Че, давай босса попробуем, вот, пойдешь? Думаешь, уже можно? У меня даже дизоля нет. Немножко надо подождать. Я тоже дизельку соберу. Че, убиваем? Давай. Ого! Вот это у тебя там лазерное шоу нормальное такое. Закрыто! Не пройдешь, закрытая вечеринка. Жесть. Захватите, да? Хорошо устроился, слышишь, на тинкере. Может, трогал сразу? Какого, сверху, снизу? Да, сверху. Так, а что через 3 секунды будет? Захватить? Ой, пацаны, меня убивает. Ничего не успел сделать. Не ходи, лучше. Пацаны, ну смотрите, вот что происходит, видите? Алло. Я все понимаю. Ладно. Ну мы-то не успеем уже, наверное. Что это за захват? Ну не дайте им захватить. Давай, что стоишь? Понятно. Ведь меня все выдают. Лови поддачу. Я сомневаюсь, что он наконец-то что-то даст. Офигеть там урона. Там просто... у него уже вторая Кая Саша. Жесткий. А че, хекса здесь нет, да? Есть. Я хз, пацаны, нас давят. 22-11. Сейчас начнем собирать второй пул. Надо. Я не вижу здесь хикса. Я, короче, варды взял. Давайте пьем. Свой хорошо. Что, может, пройдем нагнем их компанией просто? Поехали. Интереса ради. Вон, смотри. Свечу. Перестал светить. Он стоит, вот он. Там под ним лего. Прыгни сейчас, смотри. Бойцовский клуб. Хорошо. Я не успел залезть. Убить. Живет. Дима в самого сильного врывается. Что-то пацаны нагнули в итоге нас. Да. Самую малость. Не, надо. О, смотрите, что тут есть. Надо его, может, убить. Но он сильнее, чем эти боссы. Но он ничего не делает. Он бьет. Сейчас мы его сагрим. Можешь фантазис попробовать. Давай. А, некроп, мы что, можем, нет? Урона нет вообще. Все, нормально. Это ничего. Сейчас заберем его. Как удачно сложились обстоятельства. Короче, БКБшку уберу, нафиг надо.
Так, где? Что мы получили? Core time has been extended. А, мы этот, увеличение вот этих шардов, типа 8 можем спустить максимум. До этого 6 могли. Так, я не знаю, мне страшно, честно говоря, выходить фармить теперь. Ну что, попробуем? Так, ободанчик, танкуй. Вы там боссов забираете? Да. Постоите тут. Как получить апгрейд кор? У тебя есть уже там, видишь, слева от монет стоит в углу. А, 8 штук? Да. Тебе главное, деньги на этот нужны. На именно апгрейд. Помогайте тут. Под них нет ничего. А апгрейд кор 2 как получить? Короче, определенное количество дает 2, типа. Верно, 8. В смысле? Че ты руинишь? Я не понял. Захват территории. Че мне гоним дает? А-а-а. Берем. Так, я вот не знаю, МКБ надо, не надо брать. Может, скади взять. Вот два этих дает. Два грейдкора дает один зеленый апгрейдкор. Ну-ка, наверное, скади. МКБ там против кого надо? Черт его знает. Может, криты, дизоль. Давайте от этого босса где мне хватает немножко. Ой, тут какой-то босс есть. Я, наверное, все-таки криты. Устину. Они вот этого босса забирают. Бежим. Этот свой со своим. Так, дожить, дожить. Никого они не забирают. Пацаны, добить, можешь добить? Тигер, тигер сверху, иди быстро. Где там, что? Кинь ракеткой. Все хорошо. Главное, чтобы не хилился. Смо забираешь. Все, вот это постоишь. Глянова. Да, темпы тут прям вообще сумасшедшие, надо выдерживать. Пошли драться. Ой-ой, их что-то много. Сейчас помогу. О, ты не надо маленьких, помогу. Маленьких сначала. Вот это. Дайте забрать, пожалуйста. Сейчас. Ой, вот это ты зря. Нормально. Он денсит. Так, ну пусть тогда пока там денсит. Я, наверное, бабочку следующую апну. Ого. А дизоль есть, да, у Гули? Да, у меня есть. Ну ты можешь тоже смотреть, наверное. Да я не знаю, нужен ли он мне. Он как бы много дает с одной стороны, но тут видишь и выживаемость, и скорость атаки, и криты нужны. БКБшки вот эти вот сраные. Так, пошли сверху босса заберем. Давайте. Дуэль. Дуэль. А, инвиз, варды. А, нет. Тут можно купить. Где-то купить можно. Меня. Залезь меня. Давай. Тебе получится. Влазь, немножко... помогай. Влазь, нет, помогай. На мало хп, ладно, давай. Так, кого-то убил? Да-да-да. Ох. Варды, пацаны, таскайте с собой варды. Я не знал, что...
Здесь они есть. Я решил на кузов. КПшка. Ай. Ладно, супер приятно. Все, вот Титан Сливер, полезная вещь. Немножко пофармить. Что за батик? 17 тысяч хп, 3 тысячи. Там забирать? Слушайте, ну двоих уже раскидываю. По чуть-чуть. Захватывайте. Тут кто-то гуляет. Фарт стак. Кто у нас занимается передвижением по карте? Вижен там сделать какой-нибудь? Так, фликер, если кого интересует. Интересует тебя. О. Батлуете, конечно. А ты захватили? Не городу. Так, что там? А, вы не захватили, а чё? Мы не захватили? А. Тут только один может уходить. Ну, надо с батрайдером этим подраться. Сколько там ульта у них висит еще? Ульты нету. Все, наконец-то. Так, бабочка, давайте криты апнем. Можно их попробовать побегать, побить. А можно батрайдера вот этого. Давайте батрайдер. Фардик сломать. Батика? Ой, ой, слишком много, слишком много. Почему их так много на меня накинулось? Пошла. Тихо. Я бы полностью помешал. Кекс все-таки есть. На. Слушайте, ну почти убили его. Ага. Я кайчу. Ты здорово же так убил. А тут нельзя как-то этот ботинок себе какой-нибудь взять, который съесть там можно все дела. А захотите теперь? Надо гоним. Не, босс, не бей меня, не бей. Ну, Гуля! Гуля, брат! Так, стану-ка я лучше с той стороны. Подальше от них. Кто-то наших бьют, по-моему. По-моему, их тоже бьют. Вот ты! Ты сюк! Ой, хорош. О, ты тоже по-нашему. Теперь давайте... А, босса убили, хорошо. Так, тысячу здоровья, ловкости к силе, дальности атаки 200. Тысячу здоровья, 150 к урону, 90 к ловкости. А здесь к урону дает. Блин, ну давайте. Ой. Ты умираешь немножко. Угу. Пусть, давайте вместе убьем этого сверху. Мне чуть-чуть нужно. Чуть-чуть. Шашать. Че ты не вещи свои? Убьем? Вот этого. О, давайте сейчас. Вот здесь вот, кстати, послабее. Можно и этого сначала забрать. Вот этот послабее будет. Есть. Абадон.
Там стан. Ой. Что это было? Как же тебя заставила матрица? Захватить, захватить сразу. Мне просто денег не хватает на фарм. Да, блин. Твои деньги мне засчитываются почему-то. А как аганим съесть? Ой. Че-то раз собрать что ли надо? Куда ты полетела, дура? Я по нему, кстати, вообще не мясую. А, не, мясую. Причем нормально так мясую. Стукай, стукай, я его кончу. Сейчас стукнет. Ну то это нормально, он такое замедление урона. Ой, не замедление урона, а замедление атаки дает. Захватишь? Я быстренько вот тут фарману. У меня будет последний сатаник. Тут рошанчик. Тут можно аганим схавать? Вот я не понял тоже, там он несколько раз апается и скорее всего последний. Можно прям вот самый максимальный. Да. Короче, это потом все будет. О, рошан. Рошан. Роу, мужик. Он очень быстро бьет, так что осторожнее. Я к нему тогда заходить не буду, пожалуй. Помесую немного. А ты можешь их стакать, типа? Наверное, не знаю. Ай! Паш! Кайфуй! Я умру. Захватываем. Это босс у кого-то убивает. Дуэль через минуту. Варды, пацаны. Некуда класть. Такая же херня, но они нужны. Без вардов мы будем грустить. Ну, шард. О, у меня, кстати, 40 урона с дуэли. Жалко, эти шарики продавать нельзя. Так, тут никого нету. Что это такое? Где фармить? А че, вместо чего я собрал сейчас? А, вместо золики. Вообще, на самом деле, мне кажется, вот в какой-то момент уже надо не фармить, а ходить фармить героев. Не фармить, а фармить. Ну вы поняли. Ва. Ах ты ж скотина. Мало денег. Да. У них вард где-то тут стоит. Так, дуэль. Варды, 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 пацаны, варды. А чё, я один? За что? Подожди, мне щечка летит. Ну? Поехали. У меня есть, но... А я единственный с вардами. Твою мышь. Мех, дохнет. Я победил. Хорош. Сюрприз, пацаны. Я не успел. Граната не успел откинуться. Мне еще и бабочки, блин, не было. Че, пацаны, подождите, подойдете? Куда? У меня кулдаун. Почему за боссов не дают денег? Дают. Не знаю, не чувствую денег вообще за боссов. Я этого Рошана почти сам убиваю. Ну как почти. Динстан, я умер. А, бесит. Потанкуешь? А, там уже не потанкуешь. Мы разных пьем, пацаны, давайте. А, понял, бегу вниз. Мне секунда оставалась. А, Мирана. До бортайма. Они видят, они видят, да, они видят. Да, уходите, уходите лучше. Ну, если... Ебашируй меня. Урод. Ну лучше, чем этот им сливаться. Я его на себя говорю. Если бы я его еще видел.
А вот он. Ой, 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 тихо, 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 брат. Да, больно, да, больно. Ну да, 4к урон как бы. Все секрепы. Пец. Ну вот, денег прям, не знаю, не чувствуется. 26 коров и денег нифига нету. Есть такое. 32. Не жалуюсь. Ого, это нам? В смысле? А тут это, подачки интересные. Не, мне не прилетел. Критулечка тут максимальная. Тут трайды где-то ходят. Ага, 1600. Все, агоним, схавал. Победа. Викторин. Ура, победа. Все нормально, раскидывайте их. Пойдем к ним туда пройдемся, что ли. Только варды надо расставить. Я кулдаун. Я там держ. Да, я где-нибудь тут постою, пожалуй. Что за Рошан? 400 голды за Рошана, неплохо. Ой, у них тут крипы. Стукнул. По призма. Кому? Синьки. Мне. Забирай. Я нашел где пофармить, пацаны. Ты закончился чуть-чуть. Так, максимально. Точки надо. Полностью. Ты че, вообще не фармит? Прикольно. Ой-ой-ой, как много фар. Волшебство. Забираешь? Тинкер. Волшебство? Нет, не буду. Не знаю зачем, но я возьму. Надо было БМ-чик услышать. 1300 за этих боковых крипов дают? Ничего себе. За меня 5000 дали. За каких? За вот этих? За боковых. Которые по одному стоят. Я вот не знаю, ставит ли мне. Наверное, оставлю. Так, надо боссов убивать. У меня закончились эти. Не-не-не. Шарики вот эти. Оранжевые. Апгрейд кору. Они самые. Так, а где я тебя? Шанчика. Вот а что, на ФК? Ага. Ты рассказал, наверное. Ну, а здесь 500 дали. Я захочу. Вот этого? Какого? Пингани на карте? Сверху? Сейчас подойду. За дракончика 1200. Шанчик тоже. Ладанчик, иди сюда. Заходи. Заходи, говори. Захватим. Все вместе быстрее. Нет, по-моему, разница нет или есть? Нет, есть. Есть. А-а-а. Все-таки есть. В прошлый раз не было, помнишь, Никита? Еще одного надо. Что давайте сказал? Сверху, сверху что вроде попроще. И мы ближе. Не уверен. Ты там накидываешь, алло. Не пройдешь. Но он там смотри накидывает меня. Поджечь пытается. Да. Не знаю, 100 голды за это дали. Прикольная штука. Я тоже хочу такое. Пофармим, позахватываем. Ты тысячи, ё-моё. Кто ты? 20 тысяч хп. Вот не хватает только скорости передвижения. Все в основном прекрасно. Ребят, дома не хотим. Надо съесть. Башню ставят. Развлекаешься? Я отсюда постреляю. Бойцовская арена. Ну что вы его вытолкнули? Нормально общались с пацаном.
А вот этого не хотите? Он сильный, только в спину можно бить. Ну, если кто-нибудь сагрит его с той стороны. Ну, нормально, смотри, прилетает ему как. Сильный. Куда бежишь? Куда бежишь? Ой. Ага, дро. Фига он решил. Поверил в себя. Да-да-да. Бабах. Хорошо. Хорошо. Так, давайте вот этого. Только через полторы минуты. Как раз успеем. Денег нема. Пофарми. Пожалуйста. Это не я. Не, брат, развернись. Отвернись. Не смотри на меня. Да ёб твою медь. Да разверни его на Абадоне. А он на базу идет. Ладно, давайте. Если гора не идет к моему еду. Вот сука, опять развернулся. Помогаю, помогаю. Ой, у него Буля, только стань с другой стороны. С другой стороны. Че ты там прыгаешь, алё? Там дуэль сейчас будет через 40 секунд. Дай ему. О, нормально, 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 пошли. Не так сильно отталкивай, пожалуйста. Я стараюсь. Вырубай, вырубай. Он хилится. Ё-моё. Уже урон нанести. Хилится! Всё, всё, не больше не хилится. Немножко осталось, пацаны. Да куда? Зачем? А захватывает-то тут. Всё, дуэль. Варды. Стоим тут. А, вард есть, да, какой-то? Давайте я еще здесь поставлю. Куда ты пошел? Давай вместе. Да это много денег дает, по-моему. Дай свой бойцовский клуб. Что такое, парни? Что такое? Бойцовская арена. Нормально ты там накидал. Почему ты кидаешь этими? Да, иди. Дайте я его застрелю. Опа, деньги. Это по фрагу. О, нашел. 6000 дают. Бум. В жбан ему. Да зачем ты это делаешь? Пристрелил. Пристрелил. Блин, надо было обычную пику собирать, я с ней хоть быстрее бегаю. А, ну с этой быстрее оформлю. Или нет, не пойму. О, фарма тут. Так, ну я, кстати, фуловый. По фарму. Аганим только можно съесть. Вижу, что не вижу препятствий. Сейчас муншард себе еще. А, муншарда тут нет? Блин, муншарда нет. Прикольно. Давайте боссов убивать. Соло! Откуда у меня столько урона? Плюс 1000. А. Урод с задышкой. Ты чё? Ребят, там заходят. Они в инвизе бегают. А чё там? Я не успел прожать ульту. Там слишком много урона. Можешь на шрапнель сюда кинуть? Что можешь? Шрапнель, смотри, там захватывают. А уже. Уже захватил. Ладно. Да давай вот этого. Давай. Только, пожалуйста, без гастов. Бойцовская арена, не более. Ой, я стан словил. Я думал, мне показалось. Фига я огромный. Так, стоим под стяжку шторма. Поезд экспресс. Я еще одну словил. Маслину поймал, пацаны. А что ты хочешь? Как типнуть, как типнуть? Пошли наверх. Паузу можно. Зачем? Дай крипчика побить. Да, бля. Тут
Тут нет этих, не знаю, чтобы покушать там шарды. Совёнок, сюда. Давай от этого. Отойди. Да все, финальная дуэль. Да? Да. Сейчас, пацаны, огонь приедет. Варды, 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 что там? А вот, подожди, подожди. Нафига два обсерва? Случайно. Ой, я умер. Пацаны, мне кажется, вы там... Иди, иди, о, бутон. Сейчас взлетит этот. Вам помочь? Парни! О, меня этот опять сварк бьет. Он слишком крутой был. Да ёб твою мец! Достал ты меня! Хорошо. О, господи, это была веселая игра. Слушайте, ну, поиграли, в принципе, в Open Angel Arena на прошлой неделе. Неплохо она залетела. Надеюсь, что вам в очередной раз она понравится. Здесь был, как обычно, Имба. Всем пока-пока.